Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня на канале мы будем веселиться. Собирать мы будем сегодня студию 27 уровня. Для этого мы сегодня будем открывать контейнеры, улучшаться до определенных параметров. Сейчас посмотрим, насколько мы поднимемся и сколько мы получим. Все параметры сейчас, которые у меня есть, я записал. Аккуратно сейчас, они, вы видите их внизу в углу. Сейчас посмотрим в конце, что будет после улучшения. Наверное, скорее всего, буду это все делать на скорой перемотке. Хотя, посмотрим. Итак, начнем. Так. Еще и звезды есть. Давай, Аркон. Блин, забыл, что там на колесе фортуны. 16 тысяч. Давайте грубо там посмотрим, что у меня было 1015. Последний раз я крутил. Какой высокий шанс стал выпадение звезд. Уже три раза выпал. Арконов нету. Хороших арконов. Так, что у нас там дальше? Идем, идем. Отлично. Все, закончились. Ну, пойдем по зеленым. Ну, тут уже получше дело обстоит. Побольше я смотрю. А арконы, смотрите, все выпадают мелкие. Блин, сейчас целый склад их будет. О, не нужны птицы. О, и еще одна. Хорошо. Давайте создадим целый склад экспедиции. Пусть там лежат. Нету арконов. Ну, блин, хороших. Где хорошие арконы? Качественные. Еще одна экспедиция. И еще одна. Ну да. О, наконец-то! Блин, я думал, уж не выпадет. Думаю, все. Ой, слава тебе Богу. О, еще один. Ну, классно. Может, по времени смотреть. И еще один 27-й. Ой, как хорошо. Ой, как пошло. И закончилось. Все. Так, ну и тут совсем мелкие. Неудачно. Ну, 900. Ну да, есть что-то типа такого. 900 это уже не то. Ич! И здесь ничего нету, короче. Два счета, экспедиция, ну, 3000. Эх, не хватает больших нормальных арконов-то. Блин, где же качественный наберешь-то? Ну ладно, посмотрели, не хватит. Так, что мы будем переходить? Во-первых, пошли в генетику. Генетику. Так. Чуть-чуть надо поднять. Сколько сейчас там идет? 14. Блин, у меня генетики не хватит поднять до своего уровня. Чуть-чуть потратимся. Ладно. На 17 еще мало. 20 еще мало. Двадцать пять.
9008 810. Вот сюда еще. Ну, вот уже 26. Новый год, конечно, прелесть. Дает столько разных плюшек. Ну вот, отлично. Сколько? 28. Так, догоняем. Ну, не смогу я до своего уровня дотянуть. Давайте хотя бы дотянем до 30. Все, 34 тысячи осталось. Вот это вот более-менее потратился. Хорошо. 31. Так, пошли сюда. Так, собираем. Так, и здесь, что там у нас? 10, 8, 6, 10. Так, и давай сюда вот так. 7, до 8 догоняем. 7. Все. 15. Так, и сюда еще парочку, сюда парочку. Ну и все, пожалуй. Все, 19. Тоже не осталось ничего. А, лабораторик он 35 нашел. Ну, целая гора. Прям прелесть. Так, мне, в общем, не попался крестокрыл, но попался перехватчик 25 уровня, то есть я свой 23 заменяю, потому что здесь дает больше навыков, и сразу же в лабораторию выбрать. Ну и... Что, по два сразу ставить не могёшь? Вот, отлично. Есть. Так, дальше ты. Меняем тебя. Так, лаборатория. Выбрать предмет. Так. И пошли. Живучесть. Нет, талант я не хочу. Надо ловкость, у меня сейчас её не хватает. Нет, 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 нет. Нужна ловкость. И еще ловкость, живучесть. Отлично. Так, следующий ты пошел. Так, следующий. Лаборатория Аркона. Прием. Выбрать инструмент. Так, вот этот точно на силу. 27. 27. И этот тоже также на силу, ловкость. Отлично. Два есть. Один. Так, вот с этим я еще подумаю. Эти уже все. Все, замена. Больше вещей нормальных нету. Вот. Ну, чуть-чуть немного проапгрейдили, да. Немножко неуравновешено, но зато сила есть. Сила есть, ума не надо. Будем хохотать. Так, ладно. Итого, по общим параметрам, да? 10742. Ой, 8660. 7900. 8000. 10600. На 2000 каждую, но это еще не все. Вот очень хочу прям... О, 50 тысяч стало. Очень хочу я еще вот эту штуку поднять. Чипов мрак много, надо потратить все чипы. Сколько будет их тут? О, сотня. Есть. Так, дальше, 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 дальше. Еще, 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 еще. Блин, какие сильные уровни на 27. Я даже до среднего не добрался. Все. Нету больше чипов. Нету больше чипов. Так, максимальную мощность добившуюся 56 318. Вот так-то.
предметы не все получил. Это плохо. Что плохо, не все предметы получил, но ничего, это мы еще посмотрим. Я предполагаю, что можно еще будет что-нибудь сделать интересное. Ну, плакат менять я не буду. Блин, на халяву достался столько этих. Это я, наверное, все буду продавать. Тут непонятная целая гора еще вещей, которые мне девать просто уже некуда. О! А я про что, про ключ забыл? Я как это ключ забыл? Блин, и все равно нет нормального аркона. Блин, я думал, сейчас вытащу какой-нибудь качественный аркон. А он... Ну ладно. Не вытащил, да не вытащил. В общем, все хорошо. Поднялись. Студию проапгрейдили. Все. До новых встреч. Ждем новых видео о том, как я получил все предметы в студии. Открытие подарков. С окончанием Дня Святого Валентина вас. Счастливо! Getting jiggy with it.